гнездышки из макарон я готовлю так. Поливаю их оливковым маслом, посыпаю солью, заливаю кипятком, накрываю фольгой, плотно прижимаю, и ставлю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут. А пока приготовим начинку. Сегодня будет лосось. Режу на кубики. На раскаленную сковороду наливаю оливковое масло, кусочек сливочного масла и 2 зубчика чеснока придавленных. Выкладываю рыбку и обжариваю буквально 1 минуту. Добавляю прованские травы, мускатный орех на кончике ножа и солю по вкусу. Чеснок убираю и заливаю рыбку 200 мл сливок. И еще 2 минуты жду, пока они закипят. Отставляю в сторону. Смотрите, гнездышки уже практически готовы. На каждое гнездышко я выкладываю рыбу. Поливаю остатками сливочного соуса из сковороды. Посыпаю тертым сыром. И ставлю в духовку уже на 5 минут. Все, уже все готово. Украшаю зеленью. Эти гнездышки получаются очень сочные, вкусные. Подаю всегда их с томатами.